Пан позволит? Прошу вас. В этом году рано выпал снег. Да, это к долгой и холодной зиме. Стало невозможно верить народным приметам. Мне по случаю привезли сигары из Варшавы. Не желаете угоститься? Спасибо. Я курю только папиросы Калаш. Что случилось? Вам немедленно нужно возвращаться до России, пан Павловский. Немцы усилили охоту на нашу агентуру. Давайте пройдемся. Пан прав, лучше не рисковать. Это есть решение Москвы. Контакты с подпольем стали очень опасны. У нас большие потери. Вчера немцы арестовали еще троих. Предъявите ваши документы. Прошу. А в чем дело, господин офицер? Я работник комендатуры. Пан со мной. Also, Günther Hirnschke. Ist das Ihre Ausweis? Ваши документы. Обстановка на Карельском перешейке, товарищи, вызывает серьезное беспокойство у руководства партии и правительства. Близость финской границы к Ленинграду, оснащение дальнобойной артиллерией финских укреплений в приграничных районах, мобилизация, наконец, проведение финнами полномасштабных учений вынуждают нас с особым вниманием отнестись к нашим соседям. В связи с этим разведуправлением принято решение о создании специальной школы по подготовке личного состава для выполнения специальных оперативно-тактических задач на данном направлении. Начальником школы назначен майор Корнеев. Я приказываю вам оказывать ему максимально возможное содействие. Полковник Гришин. Я. Доложите о проделанной работе. Все идет согласно установленного плана, товарищ командующий. Помещение для школы определено,
инструкторы назначены. Частям и подразделениям разосланы соответствующие директивы о содействии в подборе курсантов. Обо всех осложнениях, Николай Алексеевич, докладывайте мне лично. Что с Корнеевым? Прибудет сегодня утром. Пусть немедленно приступает к выполнению обязанностей. Слушаюсь. Да. Товарищ Павловский, вам майор Корнеев из Москвы звонит. Нет, вы что? Вам нельзя. Я сейчас вам кресло-каталку привезу. Подождите, Маш. А? У вас же костыли есть. Угу. Принесите, пожалуйста. Угу. Да, Клим, задал ты нам задачку. По дипломатическим каналам тебя из Польши вытаскивали. Как груз государственной важности. Простите, товарищ майор, так получилось. Ладно, ладно, все хорошо, что хорошо кончается. Как с твоими пулевыми, что врачи говорят? Ну, рука, ерунда. Прошло по касательной. Через пару дней бинты снимут. А нога, ранение в голень. Ну, обещали через месяц поставить на ноги. На обе. Ты мне здесь нужен. Одно мы дело затеяли. Непростое. Знаю. Лейтенант от Гришина приходил. И яблоки приносил. Значит, ты в курсе. Специалистов, сам понимаешь, раз-два я общался. А времени у нас мало. Понимаю. Максимум через 3 недели буду в строю. Лады. Я сегодня вылетаю в Ленинград, так что увидимся уже на месте. Выздоравливай. Идем на посадку, товарищ майор. Ленинград снегом засыпало. Добро. Знала бы моя папка Илма, что ее уроки финского пригодятся. Порола бы меня чаще. Ничего. В школе поднатаскают. А ты, кстати, с парашютом прыгал? 5 раз. А я нет. А сказал, что да. Еще напрыгаешься. Шеф, не отставать. Здравия желаю, товарищ начальник школы. Инструктор Валтонен. Мне приказано вас встретить и ввести в курс дела. А где капитан Дубко? Он был в части для подбора личного состава. Курсант Зубов. Курсант Тенишев. Инструктор Валтонен. Здрасте. Очень приятно. Вот это сюрприз. Ну, курсант Тенишев еще не совсем отошел от гражданской жизни. Я вижу. Садитесь. Ага. Товарищ Валтер. Да, в Москве снега нет. Это не снег, растает еще. Товарищ Валтонен будет совершенствовать ваш финский. А кстати, чтобы не терять времени, проверьте-ка их сейчас. Здесь? Какая разница, или ваше знание финского зависит от места, где вы находитесь? Это очень быстро для меня. Вы противника будете просить говорить медленнее. Перелет был долгим. Кирилл еще не успел прийти в себя. Отвечайте за себя, курсант Тенишев. Ну что? Первые 2 – 2 с плюсом, 2 – 3 с минусом. Произношение у обоих плохое. Вот и будете совершенствовать. Слушаюсь. А я не против. Thank you.
Что, подъезжаем? Так точно, скоро первый пост. Да, далеко же вы забрались-то. Остановите машину. Тенишев. Да. Не да, а я. Я. Выходите из машины. Идете прямо по дороге. Впереди пост. Там часовой. Попытайтесь его разговорить. Узнайте, что он охраняет. Действуйте. Хорошо. Не хорошо, а слушаюсь. Слушаюсь. Пожаловать, товарищи! Милости просим! Нарешут гороховый. Поехали. Москвичам даже в этой глуши все двери открыты. Тихо. Руки вверх или мозги на ветках? Москаль. Тихо. 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 Тихо, голубец, тихо. Пароль. Ласточка, отзыв гранат. Стоять! Часовой, отпустите задержанного. Я майор Корнеев, начальник разведшколы. Пароль. Ласточка. Гранат. Здравия желаю, товарищ майор. Вставай. Свободен, москаль. Иди в автобус. Представьтесь. Красноармеец Сушкевич. Из роты охраны? Так точно. Почему покинули пост? А о чем не стоит здесь, как пугало? В лесу лучше видно. Я ваш автобус давно приметил. Вот решил проверить. Ну, передайте своему командиру, что я объявляю вам благодарность. За отличное несение службы. Служу трудовому народу. Едут. Привет, Петр Афанасьевич. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Залезливый самый чаще. Рад тебя видеть. Прошу любить и жаловать. Старшина Кучкин. Бог снабжения. Ссориться не советую. Принимай пополнение, старшина. Слушаюсь. Ну что ж, из сегодняшних по первые орлы. За остальными поехал капитан Дубко. А, добро. Ну что, показывайте веренное нам хозяйство. Слушаюсь. Эх, орлы, орлы, удивляюсь я вам. Вас что ж в Москве не переодели, что ли? Да, не успели. Ладно, с утра что-нибудь подыщем. Сейчас за мной в столовую, шагом марш. Ага. У меня в институте был романчик с ассистенткой профессора. Ага. Не передать словами. Только я могу тебе сказать, что тебе с инструкторшей ничего не светит. Финки, холоднее льда. Смотря в чьих руках финка. Ух ты, финочка, где взял? Порежешься. Думаешь, с инструкторшей так же легко справишься? Не твое дело. Давай пари. На женщин не спорю. Правильно. Не уверен? Не спорь.
Так, молодежь, закончили прием пищи и бегом в спальное помещение. Отбой. Выходи, строится! Веселее, веселее! Надо, вылезай! Становись! Здравия желаю! Принимай пополнение. Добро. Равняйся! Смирно! Здравия желаю, товарищи курсанты! Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! Я думал, капитан, вы меня встретите лично. Виноват. Пришлось самому ездить по подразделениям. Некоторые командиры проявляют несознательность и без письменного приказа штаба отказываются выделять красноармейцев. Вместо 15 еле 8 отбил. Ну что же, мобилизации нет, поэтому и приказ пока что устный. Афины увеличили свой личный состав в 10 раз. Да, я знаю. Ну что, пойдемте знакомиться с новобранцами. Смотри, откуда? Цыган один подарил. Ух ты, а так умеешь? А то. Курсант Тенишев, немедленно сдать холодное оружие бандитского назначения. Потом. Мне долго ждать, курсант? Я удивляюсь. Отдай, не дури. Никак нет, товарищ старшина, не сдам. Курсант Тенишев! Слушай, студент, я тебе такую службу устрою, ты мне будешь спать, как конь! Стоя! И все остальное тоже, понял? Я тебе... Что здесь происходит? Смирно! Вольно. Старшина, в чем дело? Покажи. Вот. Откуда он у вас? Подарок, товарищ майор. От циркачей. Из Марио и Марио. У них номер был метателей ножей. Они в нашем дворе почти год жили. Фокусник. Финский нож. Его очень бандиты уважают. Я же говорю, бандитский. Я удивляюсь, с собой привез. Ну что ж, тогда покажите, что вы умеете им делать. Разрешите? Пожалуйста. Ты что ж, подлец, делаешь? Виноват, товарищ старшина. Я удивляюсь. Товарищ майор, я считаю, что этот нож просто необходим разведчикам. Им еще викинги пользовались. Разрешите оставить у себя? Добро, добро. Ну, а своих товарищей, курсантов, научить сможете? Постараюсь. Не постараюсь, а так точно. Так точно. Петр Афанасьевич, я не возражаю. Пусть оставит. И заканчивайте здесь быстрее. Всех курсантов на общее построение. Будем знакомиться. Слушаюсь, товарищ майор. А за него еще ответишь. Угу. Ну все, теперь Кузькин не слезет с этого викинга. Да, я думаю, из Тенишева толк будет. Родился и вырос в Карелии, откуда финский язык. Потом семья переехала в Москву, студент университета, спортсмен. Нет, в военкомате мне его здравия сразу желаю, рекомендовали. Красноармеец Сушкевич. Сушкевич, да. А? Слушаю вас. Я хотел бы из роты охраны перевестись к вам. Вы что, у себя в деревне? Устава не знаете? Хочет он. Обратитесь как положено, по команде, к своему непосредственному начальнику. Да он меня и слушать не станет. Это почему? Потому что дорожит. Он говорит, ты, Сушкевич, у меня целой дивизии стоишь. Ну, если дивизии... Ладно, доложите своему командиру, что я не против. Спасибо, товарищ майор. Разрешите идти? Идите. Интересно, что это к нам рвется со своего теплого местечка? Нет, хороший парень. Я не вижу причины отказать. Как-то легко вы относитесь к отбору кадров. Надо бы посмотреть его личное дело. Вот вы этим и займитесь, капитан. Слушаюсь.
Курсанты одеты, товарищ майор. Старшина. Я? А почему так холодно в школе? Товарищ майор, печи работают на пределе. Кубатура-то у здания, ого-го какая. В запас уйдешь. Понял. Ты не спи. И ты становись! Разрешите встать в строй? Разрешаю, курсант Сушкевич. Но в следующий раз за опоздание будете наказаны. Становитесь. Ну что, москаль, повоюем? Повоюем, повоюем. Равняйсь! Мирно! Курсанты! Родина доверила вам серьезное и ответственное дело. Вы разведчики. Передовой отряд Красной Армии. Да, иногда нам приходится воевать и в мирное время. Воевать для того, чтобы не допустить посягательств врага на нашу с вами землю, на нашу свободу. Но чтобы стать этим передовым отрядом, каждый из вас должен неустанно воспитывать в себе высокие моральные и физические качества. Постоянно приобретать профессиональные навыки и знания. Приготовились. Огонь! Сушкевич, отлично. Тенишев, молоко. Давни, мягче, мягче. Так, четче размыкаю. Слушаюсь. Полегче, Сушкевич. Полегче. Это вам не гвозди заколачивать. Кисть расслабьте. Продолжайте выполнение. Курсант Тенишев, отлично. Продолжайте. Ну что, москаль, можете на ручки как барышню взять, а? Да иди ты к черту. Москалик. Не останавливаться, вперед! Мы находимся в окружении капиталистических стран, поэтому всегда
готовы. Советское правительство зорко следит за международными событиями и своевременно и должным образом на них реагирует. Теперь все знают, что Красная Армия свою задачу выполнила. Хува хомента. Хува хомента. Хува хомента. Хува хомента. Хува. Хува хомента. Курсант Тенишев, по-моему, вы просто валяете дурака. Я буду вынуждена доложить о ваших успехах начальнику школы. Товарищ инструктор, вы не правы. Просто мне нужны дополнительные занятия, индивидуальные. Я еще в университете практиковал факультативные занятия. Очень помогало. Вы тугодум? Почему? Просто я так лучше впитываю. Я даже по ночам готов заниматься. Хорошо. Я сообщу старшине Кузькину, что у вас проблемы со сном. Калле, валле, куккулалле, ракинана, майя, майя, тула, тула, тутте, нори, майя, нана, минан, канцы. Калле, валле, куккулалле, ракинана. Курсант Тенишев, а ну отставить пение. Люди спят. Так я, товарищ старшина, уроки финского повторяю. Отрабатываю произношение. Вслух как-то лучше усваивается. Отрабатывайте, но только молча. Руками, руками отрабатывайте. Тоже мне лемешу. Слушаюсь. Финский он изучает с песнями Сибелиус. А людям спать надо. Приехали! Спасибо. Спасибо. Бен? Со мной? Ну, старшина, принимай пополнение. Брусникина. Кострова. Угу. Ты распорядись здесь сам. Не замерз. Отдыхай, отдыхай. Ну, с прибытием, девчата. Хорошо. Как доехали? Хорошо. Не замерзли? Нет. Товарищ капитан, пополнение. Так, доложить о прибытии. Курсант Брусникина к месту учебы прибыла. Курсант Кострова к месту учебы прибыла. Брусникина, вы, кажется, имеете нагрудный знак «Ворошиловский стрелок». Так точно. Второй степени. Имею разряд по лыжам, знаю радиодело. А знания финского откуда? Ну, не то чтобы знания. Я в детском доме ходила в кружок иньяз. Изучала испанский, немецкий и финский. Понятно. А вы? Окончила курсы радистов в ОСА авиахимии. А финский язык знаю, потому что мама работает в Коминтерне. Очень хорошо. Старшина, помещение для курсантов готово? Так точно, товарищ капитан. В правом крыле, как было приказано. Завтра же приступайте к занятиям. Слушаюсь! Ну, что? Давайте чемоданы. Эх, дочки. Пошли за мной. За мной. Осторожно, скользко. Хорошо. Курсант Тенишев, что вы тут, понимаешь, размываетесь? Я... Так я просто... Удивляюсь я вам. Баню тут устроили. Настоящему разведчику курсант Тенишев. Для того, чтобы умыться, достаточно одного стакана воды. Понятно? Прошу, товарищ старшина. Поделитесь опытом. И поделюсь. На, держи. Наливаю. Чистенькие.
Свежо. Вот так. Туркмены в пустыне вообще песок используют для умывания. Гигиеничная нация. Туркмены просто молодцы. Вот так. Учитесь, курсант. Да, слабовато. Эх, Денисов, Денисов. Ну что ж ты нож как гранату кидаешь? Ну а как? Показывай еще раз. Хорошо. Денисов, а зачем тебе нож? Ежели ты на такое расстояние к врагу подойдешь, ты его кулаком по башке треснешь, он в землю войдет, як и гвоздь. А? Без всяких там ножей. А можно я попробую? Че, картошку чистить? Это Кузькино. Да. Для начала неплохо. Жалко, мишень маловато. Надо ее чуток расширить. У кого-то, видимо, мозгов маловато. Надо бы их чуток поприбавить. Становись! Курсанты, смирно! Вольно. Как успехи? Товарищ капитан, по мишеням нож бросать – это одно, а в людей живых – это… На войне, Сушкевич. Нет людей, есть враги. И никак иначе. Это понятно? Так точно, товарищ капитан. Брусникина. Знакомы? Пистолет Токарева модернизированный, калибр 7,62, принят на вооружение в 34-м. Стрелять доводилось? Доводилось, товарищ капитан. Покажите. Ого, прям яблочко, 28. Вот, образец для подражания. Молодец, Брусникина. Кто будет стрелять хуже, поблажек не ждать. Продолжайте занятие. Смирно! Зубов, Денисов, Лисицын и Брусникина, группа А. Сушкевич, Тенишев и Авилов, группа Б. Старшие групп – Сушкевич и Зубов. Группа А должна удерживать языка. Группа Б этого самого языка должна отбить. Группа А выходит на позиции. Через 15 минут после этого выходит группа Б. Группу А будет контролировать инструктор Кольцов, а группу Б буду контролировать я. Во время выполнения задания на нас внимания не обращать. Все решения принимать самостоятельно. На все про все у вас час времени. Вольно. По группам разобраться. Группа А, шаг вперед. За мной! Бегом, марш! Авилов, Тенишев, за мной! За такое короткое время с языком далеко не уйдут. Пойдем за ними по следам, нагоним минут за 10. В лесу легко спрятаться. Надо идти в обход. В обход чего? Ну, ты сам сказал, за 15 минут далеко не уйдут. Значит, надо рассчитать их максимальное продвижение и обойти по дуге. Не, круг дадим. Надо идти прямо за ними. За мной! Надо бы тыл прикрыть. Сам знаю. Давай, Брусникина, выполняй. Лисица, смотри, Вова. Куда они девались?
Ты думаешь, они на нас, как дураки, в полный рост пойдут? И песни строевую споют. Хватит трепаться, а? Смотрите в оба. Русникина там не спит, а? Москаль, ты прав, надо этих неучей обходить. Через полчаса темнеть начнем. Ничего страшного. Пускай потомятся, понервничают. Значит так, Тиньшев, ты слева, я справа. Ну а ты, Вилла, будешь обходить их спереди, отвлекать будешь. Понял? Ну что, к ходу! Сдавайтесь! Руки вверх. Ну что, сдавайтесь, беспорточники! Меня не трогать, я язык. Вставай, черт. Язык. Ну что ж, Сушкевич, Авилов, Тенишев, поздравляю вас с успешно выполненным учебным заданием. А ты, Брусникина, куда пропала? Заснула? Подвела, можно сказать, товарищей? Я не пропала. А где ты была? На позиции. И не заметила обходной маневр? Товарищ капитан, разрешите? Разрешаю. Курсант Брусникина, Тенишева и Сушкевича обнаружила задолго до их подхода к позициям группы А и поразила их своим огнем. Так точно, товарищ капитан. Че, она врет, никого она не поразила. Товарищ кап... Че ты сочиняешь, Кнопка, а? Не сочиняю. Однако, даже я не заметил. Молодец, утерла вон нос. Молодцем. Ну, Ритка. Делайте выводы, товарищи разведчики. Молодец, Ритка. Разойдись. Да Сушкевич, да Сушкевич, а? Молодец. Ну что, добилась своего, Кнопка? Доказала, что пуля дура? Извините, я не хотела, чтобы так вышло. А как ты хотела? Как хотела? Но, если честно, я хотела бы с вами и с Сушкевичем быть в одной группе. Но это точно без меня. А Тенишев красивый и умный. А глаза у него какие? Глаза как глаза. И вообще, мне кажется, что ему эта финка Валтанин нравится. Она же старше его. Ну и что? У меня мама тоже была старше папы. Насколько? Да неважно. Нет, важно. Это Валтанин старше Лёши на целых 6 лет. Старуха. Она точно не пойдет с ним в разведку. А я пойду. Ритка, ты что, в него влюбилась, что ли? Не знаю. Тоже мне нашла в кого влюбиться, ну. Давай спать. У меня большие сомнения по поводу инструктора Валтанин. Я был сегодня у нее на занятиях. Как-то курсанты отвечают неуверенно. Вы знаете финский язык, капитан? Да в том-то и дело, что нет. Мы не можем ее проверить. Анна Валтанин, дочь старого финского коммуниста. Во время гражданской войны белофины убили его и ее мать. Она надежный, знающий сотрудник. Она финка. У нее могут возобладать патриотические чувства. Она с 32-го года работает в иностранном отделе. Уже проверено-перепроверено. Потеря бдительности может сыграть на руку нашим врагам, товарищ майор. Как и чрезмерная бдительность. Так что проверять инструктора Валтанин, капитан, я не вижу необходимости. Зато мы можем проверить знания финского языка у ее подопечных. Эта задача вполне решаемая. Ваше предложение? Я возьму с собой пару курсантов и схожу на финскую территорию. В какую-нибудь приграничную деревушку. Рискованно. Товарищ майор,
под мою личную ответственность. Хорошо. Составьте план. И вот что. Возьмете мандат пограничного комиссара и пойдете на финскую территорию в советской форме. Если ситуация выйдет из-под контроля, постараемся прикрыть вас легендой приграничной проверки. Действуйте. Угу. Больно. Встаем. Встаем, встаем. Подъем. Подъем, одеваемся и на выход. Садитесь в машину. На заднем сиденье гражданская одежда, переодевайтесь. Быстро. Переходить лучше всего здесь. Тут практически не бывает финских дозоров. Спасибо, капитан. Ну что, ребят, перелезем через ночную сестру? Чего? Река так называется. Сестра. За ней финны. Понял. Учите географию, Зубов. За мной. Направо. За мной шагом марш. Слушайте задание. Каждый из вас пойдет по очереди в деревню и заговорит с местным жителем. Курсант Зубов. Я. Пойдешь первым. Тебе необходимо узнать, где живет сельский староста. Слушаюсь. Вперед! Вперед! Смотри, Воба Тенишев, ты следующий. Доброе утро. Здравствуйте. Мне нужен староста вашего села. Где он живет? Откуда вы пришли? Что делаешь тут? Русский. Мина? Я? Нет. Конечно, нет. Так где ваш староста? Я староста. Мартин! Мартин! Спасибо. Извините. Мне ничего не надо. Куда ты пишешь, Зубов? Сейчас они на нас целую армию жандармов наведут. Быстро! Уходим! Ритка, да не волнуйся ты так, вернутся они. Но не война же. Саш, не война, и все равно страшно. Как они там? Ну, значит, и нас скоро отправят. Скорее бы. Товарищ начальник школы, инструктор Валтерн по вашему приказанию прибыла. Здравствуйте, Анна Яновна. Проходите, присаживайтесь. Нет, спасибо, товарищ начальник школы. Я постою. Ну, тогда и я постою. Ну, как идут дела? Хотелось бы лучше. А что мешает? Может быть, курсанты ленятся? Нет-нет, все занимаются с полной самоотдачей. Тогда что? Я часто слушаю финское радио. Так. И мне кажется, что у финнов меняется военная терминология. Угу. Так как часто проскальзывают понятия, которых нет в нашей программе. Угу. Чтобы не отстать, нам нужны текущие финские документы. Распоряжения, донесения, приказы. Ну что ж, будем решать эту задачу.
А в остальном помощь нужна? Спасибо. Мы понимаем свое место в ряду других занятий. Ну да. А вот кого бы вы могли выделить из курсантов? Кто, на ваш взгляд, самый такой вот способный? Тенишев. Алексей Тенишев. Потенциально лучший. Значит, задача та же. Если срубишься, как Зубов, в нашу сторону не беги. В боевой обстановке это равносильно предательству. Ага. Давай, пошёл. Доброе утро, отец. Доброе. Извините. Можно водички? С друзьями немного перебрали. Бросили меня на станции. Помню, где-то на хуторе пили. А где? Пошел искать. Сбился с дороги. Вот если будешь молчать, сойдешь за глупого и немого финна. Вот даже как. Ну что, не передумал пить, Иван?